Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Санш, и сегодня мы продолжаем рубрику прохождения различных карт в Майнкрафте. Друзья, пожалуйста, не забудьте зайти в мои соцсети и поддержать меня, ссылки находятся у нас в описании, но мы сегодня проходим карту Killing Spree. Я не знаю, как это переводится, кажется, у этой карты нет такого перевода. У нас есть история. Мы играем за полицейского офицера, и нам нужно, и нас вызвали, чтобы расследовать убийство поздней ночью. Но позже мы поймем, что это Killing Spree. Честно говоря, я не понимаю конкретно, как это переводится, но скорее всего это что-то вроде массового убийства или подобное. А ладно, друзья, начинаем карту. Так, в эту комнате. Телефон звонит. Так, телефон. Кто это может быть? Так, включить свет надо, да? Окей. Алло, кто это? Кто мне звонит так поздно? Даук. Так, не успеваю читать чат. Даук, это походу, это массовое убийство. Только что произошло массовое убийство 30 минут назад. Это было в баре неподалеку. У нас нет детектива сейчас, поэтому я хотел бы, чтобы ты расследовал это. Я буду так скоро, как только смогу. Хорошо, друзья, пошлите. Массовое убийство. Ноли у нас автор карты. Полицейская станция. Ну, то есть полицейский участок, в смысле. Так, второй офицер Реми. Я пытаюсь найти сержанта Моргана, он пропал 2 дня назад. О, нифига, здесь ноутбуки можно открывать и закрывать нормально. Ой, извиняюсь. Так, что у нас говорят, приватный Рон? О, как у тебя дела, Доук? Ты не расследуешь ничего? Нет, краски расследую. Офицер Сэм, я хочу пойти домой. Понимаю. Я тоже. Так, офицер Дэн. Привет, Доуг. Я не знаю, как его имя правильно читается. Хорошо, что ты здесь. И... так, дошел ли ты до сюда? Во всяком случае, люди сказали, что это была кровавая ванна в том баре. Я хотел бы пойти с тобой, но, к сожалению, я на дежурстве. Здесь некоторые вещи. Просто иди по маршруту 106. Желаю удачи, хорошо. Так, нам дали позорную трубу, нормально. По маршруту 106 идти, да? Это просто прямо идти, как я понял, ну ладно. 20 минут спустя. Так. Интересно, что же там у нас произошло в том баре. Так, городской бар, поворот на, получается, налево. Вот у нас бар. Что, черт возьми, здесь произошло? Ой-ой-ой, сколько трупов. Про такое чувство, будто они уже довольно-таки давно трупы. Опа. Я спрятался за стойками. Я видел его проходящим через люк. Он был в маске. И надо найти вентиляцию. Я, кстати, как я вижу, я могу их толкать, этих. А вот трупы я не могу толкать. Извиняюсь, я улики чуть испортил. Окей. Весьма интересно. И эта сцена выглядит довольно-таки жутко на самом деле. Как здесь оказались скелеты? Неужели он настолько их порезал? Так, ключ от люка. Надо какой-то люк найти. Ага, вот он, люк. Эпизод первый. Туннели. Так. Черт, куда я попал? Ну, приходится. Такая уж работа у полиции, друзья. Так, мне интересно, что же там будет. Что же там у нас за убийца?
Так, друзья, поднимаемся. И здесь у нас еще не рычаг, еще один. Так. Ключ на одном из деревьев от дома. Где это я? Кровяной след. Кровавый след, я думаю, что он ведет к маньяку, который прячется в этом доме. Ключ у нас на одном из деревьев. Как нам забраться на дерево? Ну, я предполагаю, что как-нибудь запаркурить. Либо здесь... Так. Он, оказывается, был под деревом. Ладно. Друзья, 3, 2, 1, заходим в дом. Здесь не будет скримеров? Нет скримеров. Хорошо. Это уже хорошо. Он должен прятаться здесь. Так, найди убийцу и сразись с ним. Делай все, что можешь, чтобы открыть двери. Хорошо. Ну, пока что я его здесь не вижу. Сейчас я вижу миллиарды крови. Комната первая, вторая, и у нас есть еще... У нас комната 4. Хорошо, жутковатое место. Так, комната... Ага, сразу же мы находим ключи от комнаты 4. Но я хочу проверить и другие сундуки. Вдруг там тоже что-то есть. Нет, здесь пусто. Так, комната 4 у нас находится там. Здесь у нас пусто, и я вижу, что... так, дата автора неизвестна, и ключ от комнаты 2. 9 октября 2012-го, мое первое убийство. О, то есть он, оказывается, орудует уже больше 10 лет. Этот серийный... Тогда получится серийно-массовый убийца. Так, ключ от комнаты 2. Что у нас здесь? У нас здесь под столом, я вижу. Дата 2 и ключ от первой комнаты. 14 ноября 2016 года, то есть спустя 4 года, он пишет. К тому времени, когда я вышел из тюрьмы, все стало хуже, но я научился многим вещам, таким как неизвестно. Неужели он научился сдирать всю кожу и плоть прямо с трупов? Ой-ой-ой. Я надеюсь, там не будет скримера. 3, 2, 1... Опа. Сержант Морган. А, это тот самый, про которого говорили в полицейском участке. Так, я говорю, черт, сержант, вы были здесь так долго? Что с вами случилось? Этот парень психопат. Я уронил свой телефон, пока бежал. Он проследовал за мной в дом, и я не мог кому-либо позвонить. Не беспокойтесь, я пришел сюда, пытаясь его найти. К слову, знаете ли вы, где он? Нет. Я видел ключ от подвала в этом сундуке. Возьми его и возьми мой карманный нож. Найди его. Так, на сундуке у нас... Так... Не можешь знать. Ой-о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 й
Я реально испугался, ребят, на этом моменте. Он прям серьезно так напугался. Ой, блин. А где, где, что, где? Там не было ключа. Где нам ключ-то найти? А у нас дверь закрыта. Где у нас еще были там сундуки? Возможно, я невнимательно посмотрел сюда. Но здесь, как я вижу, все-таки все осмотрено. Здесь уже больше ничего нет. О, благо эффекта не навсегда. Но здесь я... Так, ну, это не лучшее время, чтобы сидеть. Там я не видел ничего. Возможно, за картиной. Возможно, часы не снять. Возможно, если покликать на книги, что-то будет. Нет. Возможно, где-то там что-то есть. Ну-ка, если запаркурить, или не получится. Что-то я сомневаюсь в успехе подобных действий. За кроватями и под кроватями у нас ничего нету. Как тогда нам... А...
Куда мы еще вообще можем пойти? Там у нас вроде как тоже ничего нету вот в этой комнате. Ну, я, по крайней мере, я так думаю. Нет, здесь ничего нету. Так, здесь я ничего не вижу. Здесь у нас тоже только трупы на потолке. Здесь у нас... А, вот он. Все. А, так, это у нас ключ от подвала. Идемте, друзья, в подвал. Так, что у нас здесь будет? Эпизод второй. Подвал. Так. Мне надо его найти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь трупов. Господи. Выглядит это все, конечно, реально жутко. Так, найди убийцу и столкнись с ним. Сделай все, что сможешь, чтобы открыть двери. Так, друзья, нам надо побыстрее найти ключ. Где? Где? Ключ. Вот я вижу. Это у нас ключ от комнаты пыток. Так, ладно, поехали. Блин. Так, я снова напугался, друзья. Он так побежал на меня. Так, телефон. Звони в 911. Опять мы додумались позвонить 911. И это 911, что с вами происходит? Это док. О, черт возьми. Где ты? Спасательная команда была в баре, и мы не здесь. С тобой все хорошо? Да, с вами все нормально. Я внутри какого-то дома... По этому по маршруту 107. Я также нашел сержанта Моргана. Хорошо. Так. Я подберу тебя. Я заеду за тобой как только. Так быстро, как смогу. Это у нас конец карты, друзья. Небольшая была карта. И у нас, кстати, как мы видим, будет часть 2, как только она выйдет, я сниму по ней видео. Друзья, что могу сказать про карту? На самом деле, мне понравилась карта. Локации оформлены довольно-таки простовато, но все равно есть какая-то атмосфера. У карты, конечно, есть нечет, учитывая то, что трупы можно так легко убить. И, ну, в целом, мне карта на самом деле понравилась. Довольно-таки короткая, но со своей изюминкой, со своим шармом. Довольно-таки неплохая карта. Отлично. Потенциал для развития, конечно же, есть. Но в целом, да. Окейно. Ладно, друзья, ну а теперь. Такой у нас получился выпуск, а на сегодня все. С вами был снова я, Санж105. Всем удачи, всем спасибо и всем пока. До следующего видео. We'll be right back.